Лучше main hand, off hand нахуй с роль отсюда. Вот это для тебя топочка. Так, ну, бля, чувак, давай убьем сначала, будем смотреть, что пойдет. Сейчас по червям все ясно будет. Твоя, короче, будет это, как она называется, которая вкопанная нахуй, а я отведу огненную. Кальянцевского щита. Жуткая и определенная, бля. Жуткая, хуюткая, вот эту всю хуйню. Да. Так, что есть? Истерия, ну, наверное, на армса и баш. Да, вы сильно не влетаете, пускай, может, на пулю чутка, или у вас нормально сагра будет. У ДК танка должно быть так сагра охуенно, что ему нахуй на пол никакой не нужен. Вот он первый сейчас начинает, так что и башьте. Ну, хорошо. Короче, я думаю, фул просто. Сейчас посмотрим по ДПС, как тебе будет. Тогда между собой разойдитесь, пожалуйста, сразу. 4, 3, 2, 1. Ебать, серьезно. Смотрите, главное, в лужах не сдохните, но. Если что, тебе под конец каплю дам, потом бок ебану. С наболь до подвоса несем, и там пешим, там 4 милика. Или 3. Служи, выходите. А ДПС заебись. Вот, под боссом разъем. Подойди ближе к боссу, чтобы милики кливали, и то. Арчес, выходи, захиливайся. Не проспите лужу, нахуй. Сейчас лужу, смотрите подальше, это не стоит. С Набольда переключитесь весь рейд. Вы русский язык понимаете, нет? Убейте первого и второго бейте. Босса успеем убить. С Набольда. Все, босса. Так, что у тебя там? 7 стаков. А. Так. Даю тебе боб. И забираю. Блин. По мне бегу. Под боссом. Башен. Мага захитить. На боль ты его убьет, да? Заебал костыки. Давай, хэпал, хиль, блядь. Частицу, блядь, перевеси. Что за хуйня? ХП что-то хуёвое какое-то. Давай, хэпал, боб на меня навой, да? Я сниму сейчас его. Быстрее, быстрее, где? О. Хуй найдешь его. Так, вот это моя идет. Твоя вкопанная. 5, 4, 3, 2, 1. С под морды уходим. Встаем, блять, в РНЖ сразу. Геру. Давайте, Геру. ДКшника хорошенько хитить. Ебать тебя, ебаш. Ты хилишь ДКшника? Частица на мне, хилишь его. Частица на нем, хилишь меня. Так, массакрор дал. Размораживаю вас. Захиливайте. Пойдет. Значит, сейчас это выкопается. Будет ваше... Вот это ее добивайте. Так, а я пока на этой агропу набираю. Хули. Так, хиль, хиль тихо пала нахуй. Хилы, сука. Алло. Смотрите, пробивают же. Все, этого. Раньше набрали. Клепал по мане, все. Давай, КДКшник, забери с меня нахуй. Ирдру покастуй и покрейтесь. Ну, забери с меня эту хуйню. Я ебал, блять. Расходитесь. Дал тебе каплю. Захиливай ДКшника. Сейчас тебе, может, возложение дам. Дал возложение, блядь. БР надо давать. Так, кто это у нас? Вар? Плеерс. Сейчас пока он похилит. Арсис, давай клятву нажимай, пока не поздно. Читай, короче, гимн на ману, прист. Рэп. Рэп читай. Читаешь? Так. Забирай червяка. Плеерс, ресы, вара.
Из-под смотри, морды червяка это? Уйдите. Уйдите из-под лица червяка. Алло, блять. Ёбаный рот. Вот, лужа. Ушли лужа, блять. Бьем червя, скоро будет выход. Че у тебя зеленка КД всегда или что? Добиваем червяка. Так, чирик нашел, Слав. Выходит пидорас белый. Осторожно с агро смотрим, вомен. Ну кто, блядь, бегает, блядь? По луже не бегайте, нахуй. Подходите сюда к червю. Ну, к этому. К красному щиту. Еще раз говорю, стопаните дамаг. Потом на врезание добьем его. Ну, паладинов чего нету усиленной длани? Какой длани? Хуй знает. Ну, вот эта хуйня, которая сбрасывает дыхание. Свобода, да. Мне кажется, они не знают, что это за скилл. Так, дал массакру, сейчас просто отбегаем. Беги, малышка, беги! Отбегаем, на мне этот пидор. И... Это ретрики, кстати, обычно кидают. И смотрим не за будет. Этим. Смотрим за агро сейчас, когда его будете дамажить, или стауншу потом, если сорвете. У нас ретриков нету сейчас. С разных сторон, верну там в себя иннер давай. Ну у тебя минуты еще когда. С разных сторон два хила от босса стойте. И ловец снов, если что, гимн на хп ебанешь. Так. Захиливай хпал, верну не потеряй. Блять, ракетка 32к уебала. Да, ракетка вообще ебашит, что-то я хуй знает. Но... Да ее скоро пофиксят, ты шо? В смысле, ну? Как она тебе шумит? Так, давайте от черепка отбегаем, хорошо ДБМ показываю. Разъебываем этого пидора. Ты ж, блять, спать не буду, если ее пофиксят, ну. Че ее пофиксят? Да ну, вчера друид по 25к ебил. Типа, это нереально. Ну, в смысле? 25к, что это? Ну, на стрела хаос. Массакр КД, смотри, наготове будь с гимном на хп. Сейчас, если он дуть начнет, вот что смотри. А он прям в него дует, нахуй. Надо пиздец, престу. Не? Прохил, блять, сука, нахуй. Лол, ебать, хорошо захилили. От черепка. А, нахпали, смотрите. Стрела хаоса уебала, нахуй, слайк, понял? На 35к. Наверное, сейчас его закопаем, давайте. Думаю, добьем. В принципе, там еще одна это, перебежка нахуй, у него есть. Ебать, ну глупо. Ракетку нахуй. На. Так, ну а с ДПСом, ну это, конечно, черви. А, не, проблем тут нету, теперь с ДПС. Да проблем нету, он пули понерфлены, сейчас, блядь, меньше хп намного. Все, добили пидора этого. 46к у тебя притонула ракетка. Этот. Помойка ебана упала. Я вот не помню нахуй. У меня, по-моему, нахапали были такие плечи нахуй. Где они, сука? Хэпал, плечо. Кольчуга, да, вот именно вот эти. Это Дершам, тебе надо вот это? Или хэпал, плечо? Хэпал, сейчас я линкану вам в рейд. Так, этому не надо, Дершам тебе закидываю. Фуплик. Фук. Фу, как там, блядь, правильно? Фу какая. Плечо крит хаст, кстати говоря. Аналогичное, походу. Это у нас плеерс. Носову надо тебе? Может, и на хила. Плеерс. Давай, забирай. Я что-то не вкурил. Мы что, в обычке, что ли? Где сферы, блядь? Так. У нас первого босса никогда не падает ВВК. А, хуёво. Запустил, сейчас спекаюсь в ретрика, соло танчишь. Значит, особенности босса. Маг ворует. Дайте ребафы по ДК. Сейчас я бафну. Кулак. Особенности босса. Маг ворует эту хуйню. Вроде там 5 стаков, если не ошибаюсь. Я, не, я знаю. Там главное убивать вовремя ворота и... Ворота, инферналов. И баб заливаем, и в инферналы всю эту хуйню заливаем. Можно бабу фернуть просто лох. Бабу можно ко мне домой одну. Бабу будем убивать, потому что когда появляется инфернал, если не дай бог баба выйдет сфера и даст сало хилуна, мы просто сдохнем сразу. Не, я ничего не говорю, я просто предложил. Поэтому бабу мы будем заливать. Если мы успеем, чтобы у нас одна баба вышла, будет хорошо. Если две бабы, то прям
особое внимание, их надо убить будет. Так, ну ставь огонь, ауру. Кто там? Я третью займу. Хэпал, ставь огонь. Так, на тебе квест, 10 минут. Кэпал, у тебя массакра есть? Должно быть, да, есть, говорит. Есть, хорошая. Давайте приготовились, припоты выпили. Что это такое? Разъеба. Готовимся, врата, секунда, нахуй. Все во врата, весь рейд. Банда, банда, ой, банда, стан. Разъебываю. Баба вышла. Все, бабу ауешим. Ауе включили, через бабу играем. Сначала бабу, потом посыпь. Сейчас она быстро сдохнет. Давай, варчик, жги. А то сало даст. Захилим черепок, это все хилы видео. Вас не зовем было. Пацаны, что, на ренджу встать, не? Цепнуха ебнет. Так. На вулкане самое главное, хэпал, дождись, когда появится. Когда они выйдут, по факту. Эти петухи. Ну и там, соответственно, все прожимки, там бабл на себя не жалей. Отдашь массакру на рейд. Когда уже по рейду дамаг пойдет. Инфернал, секунда, готовимся убивать вулкан. Переключились вулкан, все быстрее. Максимальные прожимочки. 50 на 50 отдает за хилером, помогаем. Так, я помогаю. Так, вулкан залили, в инфернал играем. Играем, играем, повернулись, убили быстрее, меньше дамага поверили. Последнего убиваем. Так, вроде не станется. Не прощелили. Ну что, сейчас флешкой поможем. Вот эту хуйню не проебывай, черепок, это самое главное. Так, что, бурский скоро. Что там до портала, что-то мне не показывает. Ну, короче, будет портал, сразу в портал. Чего я так много ДПС даю, блядь? Портал быстрее, портал. Сориентировались. Хуярим. Быстрее, быстрее бустим. А то вторая баба выйдет. Вторая вышла. Фернища, ну. Разъебываем, просто уешь, да нахуя. Не, можно было фернуть все. Минута 40 ДБРа. Пламя легиона, нахуй, ну ты чё, блядь. Баб разъебываем, баб переключились. Надо фирять. Еще один вулкан еще будет, блядь. Так, это упал шаман. Вставал как КТБ, да? А уешьте баб быстрее, а то они сало хилу дадут на вулкане, нахуй, мы просто ляжем. Такое уже было, блядь. Давайте эту бабу и вторую. Ну, блядь. Вар, я твой дом шатал, понимаешь? Вар, ты чё, уснул, блядь? Вулкан. Вулкан бьём. Охуенно, блядь, хули. Охуенно, блядь. Пиздец, нахуй. Два раза вар подряд разлил лужу на лизон. Вар, нахуй, ты чё, блядь, уснул? У вара эрекции нету, ой, реакция. Возможно, это того и того, что ты хотел сказать. Заходите вы. Сейчас по таймингу пейте там припоты всю эту хуйню, чтобы больше ДПС было. Так, маг 7к, это, блядь, энг 6к сдох. Залупа какая-то, не ДПС. На согласен. Ну, мне банши эти сраные три раза. Ну, я про то и говорю, блядь, надо быстрее вулкан. Даю бафы. Сейчас рыбу поставлю. О, это давай. Давай, давай.
Да, кстати, по меткам пускай прохиливает хлепал. Хлепал не проебывает, черепок ставится ДБМом. Не проебывает эту хуйню. Там два света небес или три. Я просто даже блок прожимал, потому что уже не прохиливали. А то это еще с вулканом было. Я флешкой помогаю вам. Там этот ловец снов, если у тебя есть такая возможность, и скиллованный игрок, кидай щитки тоже на вулкане. Хорошая помощь будет его, хотя бы 5000 абсорба. А, ну все, молодец. Если так, то замечательно. Это, кстати, на Ануби тоже нужна будет такая хуйня. Так, вроде все есть. Так, сейчас я тебе квест дам. На 5 минут. А, я, кстати, банку не выпил. Выпил банку на АП, блядь. И еще масло намазать надо. Сейчас намажу. И вообще пиздец будет. Масло там тоже банки, всю эту хуйню съешьте. Так, проверка. Вставайте по местам, танк вставай. Вставайте на ренджу там. На счет 3 буду нажимать на этот на диалог. На счет 3. Раз, два, три. Те самые, блядь, выпил приход, блядь. Портал. Ворот. 2 секунды готовимся. Секунда. Фул ДПС портал. Не, она под станом все равно вызывает. Вот баба. Не, она разлила. Будет вызывать, она просто урона лишнего не будет. А уешь бабу разъебывает. Да, нахуй тебе баба кливом зальется. Баба должна быть убита, нахуй. Ты чё, блядь, негативно к бабам относишься? Да, баба фоб, блядь. Шаман, ты диспелишь, что ли, доты снёт бафы и джара-джара? Ты диспелишь, зачем я иду? Блядь, вар, ретрик, нахуй, ДК, блядь, я, нахуй, заклеивается бабам, нахуй. Ой, ебать. И вар сдох, при том, что на шамане была лужа, нахуй. Друид риса этого. А что происходит нахуй, а? Черепок захиливайте на друиде. На, нахуй надо, да? Ложитесь. Блять, я хуй знаю. Меня сожгли нахуй. Но мы выпрыгнули с остальными миликами, тебя сожгли. Да хули, да хули тут, блядь, слакеры, я ебу, на. В зеленую лужу зайдите, хули вы дрочитесь там так долго. Быстрее умрите. Потому вот. Что еда не пропала еще. Еда не пропала еще, заходите быстрее, блядь. Это самое главное. Тут рыба дорогая. Хуй. Все, это по чесноку, это крайне, больше нету. Потом будем бичевскую есть, нахуй. Разуйте глаза, блять. Во-первых, черепок захиливаем, хэпал. Никто нахуй его не захиливал. Во-вторых, вар, блять, выпрыгивай с огня. Мы с миликами выпрыгнули, ты не выпрыгнул, блять. Шаман долго выносишь. Метров на 15 вы должны отбежать с черепком. Хотя бы на 10 от милизоны. Чтобы, блять, милики, сука, в ней не сдохли в этой хуйне. Вот насколько вы играете, насколько 50 на 50 и делается вот тут. Ой, блядь, на Жараксусе вайпаться я ебу, давно угу. Такого не было. Слышишь, ДКшника, у тебя есть ДД спек? Какой-нибудь? Нету? А ты чем повдержал, нормально там, власть меняешь или что? Так, даю проверку, сейчас я тебе еще крест дам. Упал. Упал, я тебе крест даю, блядь, давай черепки захиливай. Может пускай СС дадут по этому, по друида. Во всякий случай. Давай СС по друиду. А хотя у него БР сейчас нету, подожди. БР нету, да. Да, попомню другого. Повару нахуй. Чтобы он встал нахуй в лужу, опять сдох нахуй. И поставь камни, огурцы поставь сразу, пускай будут тоже.
Так, все готовы были. На счет 3 буду нажимать. Каску по... Каску хэпал ебани по присту. А я что-то не видел, что-то еще раз. Слава, что такое огурцы, блядь? Это камни лопаются. Зеленые такие. А, я думал, блядь, в холодильник идти надо. На счет 3 запускаю. Раз, два, три. Блядь, ты меня второй раз подъебываешь, воет. Нахуя у тебя отсчет, блядь? Че, хуёвый? Ты можешь обычно ДБМП включить, чё ты ебал. Нормально, чё работает. Скоро ворота. Секунда ворота, блядь, смотрим нахуй. Ебать, они появились, нахуй. Ну всё, блядь. Ну, быстрее в них. Да похуй. Вышел, Фукака вышел. А, нет, всё нормально. Вот, плеерс, выходи. Плеерс, нахуй, в РДД, он, блядь, ну, не заслакивает. Ля, разверни босса, что ты делаешь? Бабу разъебываем. Я ее что, один буду разъебывать? Это что, нахуй, она не нужна, блядь? Давай, блядь, пару кастани хуйни, нахуй. У тебя хэпал, чё? Хэпал сдох, нахуй. Я хуею. Ложитесь в зеленую лужу, заходите, блядь. Друид не захилит. Хэпал, блядь. Охуенно. Чё ты сдох, блядь? Госпожа Боли, поцелуй, нахуй. О, блядь. 7к, нахуй. Поэтому, блядь, в бабу играют все, блядь. Если я сказал, ебать, бабу, там 7к да. Урона, Слава. Он просто, ну, блядь, ебать. Не прохилился, нахуй, человек. Шо, не прохилился. Может, она ему сало ебанула в каст, нахуй. 8 секунд сало висит. Как ты будешь хилиться? Заебал ты, блядь. Слабый какой-то рейд, нахуй. Слабый рейд, нахуй. Хэпал черепок не хилит, блять, из-за того, что у него сало, наверное, ну, блять. Да, хэпал? Баблы в сало хилишь, все. Бабл у него на вулкан, блять. Че, рыбу давай в Анжовский ставьте, у меня правда больше нет. Да вообще без рыбы, нахуй. Бомжовскую я не буду есть, нахуй. Ступ. Так, я у мага плюшек взял сейчас, блять. Где они, блять? А, вот и. Ману утопью просто. Я тебе говорю, надо было мне с совой идти, нахуй. Да, блядь, дал бы тут 10к, нахуй. Дал бы 10к с совой. Да тут дело не в ДПСе, блядь. На этом боссе еще может быть. Дело не в ДПСе, дело в том, что, блядь, если я сказал бабу убить, значит все бьют бабу, нахуй. Чтобы она умирала за 5 секунд. Ебал, блядь. Попал, блядь. Попал. Бабами, нахуй. Я хуею, блядь. Первый раз такую хуйню вижу. Так, на тебе крест, блядь, попал. Сало там, смотри, не лови, блядь, фейкай каст. Проверка. Я на чемпах еще увидишь, что будет, нахуй. Да ну, блядь. Что да ну, блядь, ну ты увидишь, нахуй. На счет 3 запускаю. 1, 2, 3. Заебал, блядь, я... Че, ты, блядь, опять припод проебал? Да беса вызывал, хули ты, увидишь. Заебал из-за тебя все, нахуй. Я сам весь бегу, блядь, до босса сколько. Да тебе это плохо. Ворота скоро. Свечимся в ворота. О, тут нормально появилось. Разъебал. Быстрее, быстрее, быстрее. Ловец снова прохиливает. Ё, бабу. Еще. Быстро бабу, нахуй, иначе она сейчас пизды даст, нахуй. Заебал ты, вот. Стан не восприимчивость, понимаешь? Ее никак не заевейдить, блядь. Контроль тоже делаем, не скивать. Вот она поцелуй ебанула кому-то. Соснула, ой. Вот это я понимаю, дамаг, нахуй, в бабу, блядь. Черепок захиливаем. Позови, все нормально пока что. Начали играть. Все сейвы свои, не жалейте, блядь. Я 50 на 50 отдаю ретрикам на вулкане. То же самое. Плеерс в воде. Плеерс нормальный, пацан. Не слакает. На варе будет кричите, нахуй. Черепок на мне, нахуй. Так, Инферно вулкан, вообще, секунда, блядь. Пошли, вулкан разъебан. 50 на 50, быстренько. Массакру. Быстро, быстро, вулкан, нахуй. Ну чё, вулкан, хп-то не отнимается, блядь. Три инфернала, блядь. Разъебываем быстрее. Ёбану в рот.
охуеть просто. Вставал как КД у тебя, Шаван? 2.5-2.5 минуты еще. ДБР. А у тебя вар, это, шивы нету такой хуйни, да? Нахуй надо, три элементаля, ни шивы, ни паричита, нихуя такого у тебя нету. Есть, как бы, ну, блять. А нажать это нельзя, да? Лишь хилы хуй захиливают, это хуй. 4Т4 ДКшная здесь хорошо помогает. Короче, под инфернала пускай приса даст на хп просто и все. И сейчас-то, да? Ворота. Не, вообще имею в виду. Скорее всего, мы выпанемся нас на вулканах. Сейчас а еще и баба спасибо. Вторая, а нет. Баба одна, блять. С двумя мертвыми ДД, нахуй, алло. Столовка это ты не бил, блядь. Отвечаю. Да ебал, блять, а. Ну реально доебал там. Разъебывай бабу, блядь. Она сало даст из-под вулкана. Что ты, блядь, с этой бабой доебался нахуй до меня? Ну потому что она сало даст под вулканом. Да похуй. Нет, это же не то, что похуй. Ловец снова прохил. Просто можно варлоком ее фернуть и все. Ебать, пацаны говорят, можно вообще на рынжу встать. Хули вы там втроем возле друг друга третесь, нахуй. Беги, малышка, беги. Так, я бегу служи, нахуй. Инфернала скоро. Финала 5 секунд, блядь, готовься. Прохил мимага. Сейчас прожимок нет, попробую флешками попомогать. Приз щитки кидай, и как щитки кинешь, вулкан бьем. Как щитки кинешь, гимн на хп ебаш. Давай, на хп ебаш. Дубовую кожу, этот самый. У меня сейчас баба есть, кстати. Разъебываем финалов, потом босса доиграем. Прохил, ребят. Так, бабл прожал, меня не хилите. Инфернала все играем быстрее. Так а хули он убегает, мне что за ним бегать? Ты РДДшник. Разъебите последнего вот этого. И все, нахуй, босса. Давай, нахуй, шоб. Все, всех просто захилите, блядь, так. На мне, меня захил мага. Че там, лям, нахуй. Здесь стаки, блядь. Этот портал, если будет, просто бежно. Босса играем. Тупую, и все. Заебал отвечаю. Пидорас. Просто босса нахуй 300 тысяч летят. Так эти 300 тысяч, блять, летят, как будто по ним вообще нахуй не бьют. Черепок захильте сейчас. Ой, чертежи, блядь. Сюда. Так. Метка скрит, блять, шо за кольцо. Ой, а как отключить этот автоспам в рейчат? Автоспам хуй знает. Какой автоспам ты имеешь? Так, давайте как ролим. Ну видишь, я когда К сбиваю, оно начинает в рейд писать. Ролим чертежи. А мне 150 голды стоит ребью, так что сильно не надеюсь. Да? Давай. Давай. Кто больше, нахуй? Давай, ёбаный рот. Воя, ты шо, ебать? Бутера-то объелся. Ты смотрел? Это, как он называется? Валга. Руслан, нахуй. Стивеном Сигалом. Смотрю, как он матерится, блядь. Давай, блядь. Да зайди и все. Мужчина. Зайди в инс просто. Выкройка, портяшка, нахуй. И причем, на, полтинник. Причем изъяние Мерлина, нахуй. То, да заебали. 85, пацан. Вы шо, пацаны? О, блядь, это же Мерлина, ебать. Да. Ну, сейчас на салу скину, и будет у меня Мерлин. Кольцо. Красавчик, бля, пиздец. Я вот думаю, может, блядь, себе на этого, нахуй. Ага, хуесенька, блядь. Магу закидываю. Так, тапки. Боссаны какие-то на инха надо тебе? Две дырки? Боссаны. Как и наш рейд, блядь. На инха закидываю, блядь. 6к даешь и одеваешься, блядь. Слайк, это твой рейд, нахуй. Доебал. Не я же, а боссаны, блядь. Я хотел бы тут. Запускаю чемпов. Сейчас посмотрим, какие там пидоры выйдут. А чё, тебя с подмых еще не кикнули, кстати? Нет, нахуй, за что? Да хуй знает. Там же свободное посещение, и там по ролу все. Я там на шамане сижу. У меня шаман 230 уже. 29. Т4 у меня спиздил ебаный ретрик, нахуй. Первый, да, собственно, да? Пидорас, вообще. Ты в курсе, что подмыхи, нахуй, двух боссов ёбнули до нерфа, блядь? Типа ВВК 25. А, не в курсе. Вообще не в курсе. Я вообще в ахуе.
Это когда не, ну, там Женя на самом деле он рейл сильный, да, он в конгломератах был когда-то на X1. Да, да, мне рассказывали. Сумоните ревзя, пойду камень куплю, сразу кольцо поставлю. Ну давай, пока мы тут разбираемся. А он, сука, морозится, понял? Я ему говорю, давай обратно в конгломерат, так. А он морозится. Ну. А нахуя тебе он в конгломерате? Он спокойно собирает без анроллов, нахуй, без всяких ебаных вот этих. Молодец, он правила внес, я, короче, ливнул. Он нормальный тип. Это... Ну, он вот внес последние правила, я ливнул. Так, значит, милики здесь. Можете сумать. Кашник. Ебаните шкаф, суммоните его. Вот эти последние правила, это равносильно анроллу, нах. Понял. Консул ты имеешь в виду? Ну вот то, что, блядь, там выбор, хуибор, там, потом. Mm-hmm. Вот ну, короче, ДКшник, смотри. Этот, кто у нас танчит-то? Володючник. Вот этот. Вот ты видишь два милика, ромбик и треугольник, это твои челики. Ты, короче... Таунты не работают в ере. Таунты не работают, у тебя работают аковы только. Значит... Ну смотри, особое внимание на рогу. Ну вообще, как ты танчишь? Ты власть меняешь или что? Чтобы они на тебе висели. Он же писал, да. Да, вот хэпал пойдешь с ним, частицу до него хилишь себя, значит. Мы будем притягивать этого черепок и его зергать первым. Значит, по контролям. Сова у нас... моя, ну. Твоя, давай, хорошо, сова пускай будет твоя. А там опасных и нету, только два милика. А, Вилана, по Вилане, Энх. Энг. Играешь жабой и играешь сбитием костов. Хорошо, Энг? Ты в ПВП, ты это все должен сделать четко. Значит, этот самый. Когда жабы нету, маг кидаешь овцу на Вилану тоже, нахуй, чтобы она не хилила. Мы быстрее черепок. Вот, ну и все. Все остальные бурстят черепок, нахуй. Мы разъебываем этого лока, нахуй. С него диспелят. Приз диспелишь. Цель, которую мы бьем. Снимаешь с нее ходки, блядь, если там приз навешает. Пускай вот. Брист и атмосферу дает под них, когда подбегается близко. Да, это все как обычно. Ну и плеерс, от тебя особое внимание, знаешь, на что? Если какой-то милик, будь то рога или ДК, пойдут к рейду, ты играешь на свой выбор. Ты три этих, как они, скажи мне, вихря и три корня, нахуй, по милику. Просто одного милика вырубаешь. Второго милика ДКшник продолжает держать на оковах. Мы от него бегаем. Все, нам тут никто пизды не даст больше. Даю проверку. Мы, значит, здесь под этим щитом начинаем. ДКшник, он там от тех ворот с хэпалом. Идите туда. Вы там начинаете. Танк начинает первый, потом Валга грипнешь нам черепок. Так. Нам пизда. Все готовы. На счет 3 ДКшник идешь вырываться. Раз. 2, 3, иди, беги. Жимочки, хуимочки, всю хуйню. Давай, гриппы. Фул ДПС. Дал стан, разъебываем. Стан промах, нахуй. Быстрее лока разъебываем. Чем быстрее. А, они сейчас ватные, нахуй, сразу видно. Главное, чтобы там танк не упал у нас. Так, разъебали. Следующего играем сову. Сову разъебываем. Кавина. Вот она. Масфер, да, и лок. Ой, прист. Поставил черепок на меня. Разъебываем. Всю остальную пидерсию контролим. Фир, хуир, всю хуйню. Древние какие-то боссы набегают. Сейчас вот разъебем сову. Так. Диспель, лок. А, нихуя себе мне, блядь, скилл приписали. Ну. Какой скилл? Диспелить, блядь. Диспель. ДП. Понял, как сказать. Собака да. Да я, блядь, на престе играю и на друиде. Так, блядь, заебался. Теперь играем хила без метки вот этого Антар. У него играем. Сейчас у него черепок ебану. Его разъебу. По престу игра. Черепок разъебу. Так, дал ему стан. С Жараксуса не въебали с первого раза, зато, блядь, сейчас они, чем-то. Они нерфнутые, они дамажат меньше. И сетап я хороший. И плюс на ДК танке 2 милика лежат, которые могли легко шортнуть всех. Ну, я чё, помойтесь? Всё, хэпала заливаем. Такие вещи, говоришь, страшные, блядь. Потом, короче, грипнешь, знаешь кого. Давай, ромбик, грипнешь. Дорогу разъебать. Сейчас только подожди, мы сначала пала разъебем. Готовь маздиспел. Поехал. Всё, пойду спать.
Че, бабл был, да? Смотри, уебывает. Да, конечно. Понял, дело. Жаловаться побежал, пацаны. Давай рогу, нахуй. Ебать, у нас. Давай рогу. Хэпал отъехал. Че, БР? Смотри, как разъебало два тела, нахуй. Охуеть. Давай, ДКшник на оковах. Ромбик кайте. От ромбика бежим. Рогу бьем. Дал стан. Нет, промах. Маг топовый, нахуй. Я прям в него влюбился с первого взгляда. Глыбу нажимай. А это вот. Все, дай ему ши просто. Каким нахуй? Смотри, смотри, за мной бежит уебище, смотри. Бега, бега, сейчас он за мной побежит. Сейчас мы его разъебем. Двубоёб, блядь. Смотри, смотри, вертится. Ой, блядь, конченый, сука. Пошли, разъебуем ДКшку. Иван ДК, блядь, это ебачуя. Говна. Смотри, 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 за магом ебашит. Ай, блядь, топорылое животное, сука. Прям помню, как на БГ играл. Вот такие же, блядь, олени. Ой. Не сдержался. Угу. Опа. Опа. Получается. Получается, въебал, блядь, ДК, блядь. Смотри, 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 на меня смотрят. Ну так, сейчас я. Вары красиво развивал. Хуяк нахуй полетел на. Сука, уебище, блядь. О, вот это мне триня нужна, нахуй. Где, блядь? Ну, две трини, блядь, ля, на танка и на хила. Ты я сразу спизжу на комплект блоков, нахуй. Слышишь? А ты сферы ролишь? А кого ты забрал? Ты что, обалдел? Ты ж на ретрика ролишь. Тебе надо, ДКшник, эта хуйня? Тебе, я думаю, не надо, тебе стамина надо. Я просто на блок собираю жуков, чтобы танчить. Так это не блок. Ну это не. Это показатели брони, а не блока. Не, мне не броня надо, мне уклонение надо, чтобы эти процентаж до 102 добрать. Кидай меня, ты что, не видишь, у меня аниксия, блин, стоит, ты шо? Да нахуй тебе надо, ебать, ты что, бочишь? Она хулипала вообще не нужна, эта тренировка. У меня аниксия стоит, это лучше. А чем... это залупа, тебе стамину надо какую-нибудь, или аргусянский, или еще что-нибудь. Я бы на ДК такой не взял. Не, вообще паладин бегает. Я бегу. Никуда не хожу, поэтому скидывай. Не, а кто у тебя мейн? Собей. Я просто говорю спрашиваю. Кло. Этот Players и Хэпал. Вот у меня такой вопрос. Вот смотрите, ну у него с духом. Как им отдать нахуй? По роллу, блядь? Или это. Не, ну мы идем с пугами, ну точнее с пугай, просто мы идем как все разные люди, уговора никого не было, по идее по роллу должно. Ну по сути, она Хэпалу не нужна, да. Не нужна, да? Ну я тоже думаю, что не нужна. Хэпал, тебе закидывать? Короче, я тебе закину. А ты с Эрдру поговори, вдруг Эрдру там нужнее, хуй знает. Она вообще Эрдру как бы нужнее, но... Скиди мне триньку, ёб твою мать. Тебе она сильно нужна, эта триня? Мне просто она нужна в Эвойденс собраться. Тебе нужна сова, Хэпал. Так ты её анролишь, Слава, или чё? Посмотрим, может ты занроль. У меня же один анрол есть на танка. Начинает. Я, по сути, эту три, ничего там еще щит какой-то. О, этот плечи были с блоком, но у меня они есть. Плечи с блоком и с двумя дырками. Так, сейчас надо по валькам. Хилы не захилят, если одного танчить. Слава, танчить, нет, хила, конечно. Танчить он будет все равно в одного, но мне надо, короче, в танка, чтобы сверки, наверное, ловить. А, Слава. А. Тринька хуйня, на самом деле. Да я понимаю, мне надо процентаж вот этот Войденса, чтобы собрать. Это, понимаешь, она броню только повышает. Мне не броня нужна, мне уклонение с ним надо. Ты уклон хуй соберешь, блок щитом нахуй собирается, ты что, дурак? Если хочешь, давай я на магии половлю сферу, если хочешь прям вот так сильно. Сейчас подумаем. Думаю, так, ну допустим... тут два танка надо по-любому. А, тебе удобнее будет... Он танчить будет, скорее всего, один, и вы будете стопать ДПС. А зачем стопать его? Я просто думаю, если ты будешь вот здесь ловить сейчас, подожди, поставлю. Не, смотри, я тебе расскажу, по идее, как мы ловим. Мы, то есть один человек стоит вот сзади, вот тут, где я сейчас стою, где Макс стоит. Я ты бегаю хочешь справа, там, да, блядь, и бегаю слева, блядь. Ловлю, что успею, блядь. То есть у меня есть и блинки, и... Просто боты, фишка, блядь, в том, что если тебя, блядь, противоположный шарик прилетит, ты просто сдохнешь, нахуй. Не сдохну я от одного шарика, да? Поверь. Я не один раз ловил. Короче, тебя... попробуем, как ты говоришь, потому что... Не, ну я тебе предлагаю, жизнь. Я просто знаю, что нужно делать, чтобы не было никому вопросов, и все. Короче... Аркан. Так, ДКшник. Ты, можешь фаера спекнешься? У меня фаера нету сейчас. У тебя шмот под фаера, нахуй, весь. У меня шмот, который упал за неделю на этого мага. Хорошо, ДКшник, значит, танчи вот этот,
крестик, на, там метки никакие не вешаются. Я черепок. Я по черной играю все через черепок. Так, что там, неистовство включить. А, аура у нас от тьмы есть, огонь стоит. Все нормально. Так, ну ладно, да, пиздец, нахуй, заебал. Шкаф надо, суммонить. Друида надо. Он... Да, да, вы заебали, просто... какой суммонить? У меня, нахуй, два шарда осталось. Давай, ебани. Бля, что у тебя с шардом? Это, в одного танчу? На Анубе, бля. Не, я с тобой танчу. Шарду накопаешь. А кого ты держишь? В Африка, короче. Я взял черную, держу черепок. Ты взял белую, держишь крестик. Вот. Там максимально это огромно на нем набирай. Подожди, не суманулась еще, не суманулась друид. Слайк, подожди, я релогуюсь и в Африка, нахуй. Давай. Я шардов хоть насасываю. Ну тут на кого сорваться может, я не знаю, столовка может этот самый раскол прожмет. Я в Африке не сорву, наверное. А, ну хорошо. Да, там, в принципе, туннелинг только в конце будет. Так, кому-то что-то обновить, там тебе крест, наверное, ебануть надо. Я смотрю, креста нету. Ебать, меня сумонят, спасибо, нах. Все, отпивайтесь, отъедайтесь. Еще раз проверка. Нихуя, блядь. Поставь эти метки, или дай мне ассиста магу, я поставлю метки, чтобы все РДД стояли метки. Блядь, они стояли, блядь, хуй пойми, блядь. Так, на тебе ассисты, у меня метки забагались. Хуй та ебана. Ой. Ставится у тебя? У меня? Да, сейчас. Ноль шардов, я ебу. Да тебе сейчас на Анубе, блядь, наловишь шардов, блядь. Да, там с желтых жуков. Чувствовал освещение, блядь. Да, ну нахуй мне не надо, мне на сову надо. И на фаер мага. Так, все готовы, ну давайте. Значит, на пула нету, смотрите за агро. Я держу черепок, в принципе. Может, поменяемся таргеты? Не, не надо. На той больше будет агро это накидываться с людей, типа. На моей еще проще будет держаться. Ладно, давайте на счет 3 начинать. Раз, два, три. Че, в метку встать слабо, не? Ты в метку встали, да. Хорошенько начинаем крутить за хил. Давай, хэпал. Блять, кстати, метки пропали с них, нахуй. Квадрат поставил. Так, вы сейчас черный, да? Тут я словлю с этой стороны. Да я-то бегал рядом. ДКшник тоже смотри, если это белые в рейд летят, то ловит. Цвет поменяют. Секунда, значит, до спецспособности. Смотрим, что там будет. Под темной пока что стоим. Так, я вот буду сейчас. Не, блок поражен. Захилим, захилим. Друид. Он переключился, походу. Переключился и сдох, да. Да? А ДК зеленку не тыкает. Давай сдохнем. А, сдыхаем, блядь. Друид, тут. Вставайте спиной. Да, сферу пускай поймает. Да, да, сферы там. Друид, да. Ты чё? Пошёл шарды сосать. Я блядь. Под зелёнкой умер. Что, блядь? Планки чё? Плани чё? Чекни ДПМ. Чё ты сдох-то, блядь? По ДПМ. Меня просто потом не хилили. Зелёнка закончилась, и меня 3 секунды не хилили, и всё. Сферу не взял? Не надо было брать. Ты вообще без сферы начинал, что ли? Так а нахуй ты без сферы начинал, блядь? Чёрную надо было взять. Ёбаный рот. Все, я поговорил сейчас. Ну так ты задай вопрос, чтоб тебе ответили, и все. Если тебе что-то непонятно. Ну проебался, ладно, что бывает. Хули, мы же не статик, на. Шаман, заходи давай. Чё ты там стоишь, отдыхаешь? Я что-то охуеваю. Это у тебя ДБМ снял метки, нахуй? Сейчас. Меня? Ну, я же ставил на них черепок, нахуй. Не, забери у меня ассиста, метки такие стоят, да, и все. Да, чё? Заберу. Может, у тебя снял, я что-то хуй знаю. Не, у меня навряд ли бы снял, да. Короче, поставлю. Квадрат, нахуй. Ирон, и треугольник. Чё, лок пройдёт? Бафы пока раскидаю. А ты где-то фармишь шарды? Снаружи на манекене или где-то? Да.
Да я уже 7 что 4 штуки нассал, хватит. Хватит, ебать, я тебя с умом не тыкайте. Есть. Ребаф еще раз, ребят. Так, вроде все ебанул, сейчас похаваем. Это тут помогай щитками тоже. Там после. То ли после воронки, то ли после того, как щиток Валька на себя вешает, прекращается АУЕ по рейду. Это баг или не баг, я не знаю. Вроде как прекращается. Ну да, к концу убийства будет легче хили, да. Там не к концу, там, по-моему, после щитка. Потому что после воронки она вроде как продолжает еще ауешить. Вот. И там как типа увидишь, что ауе по рейду не будет ловец снов, можешь уже это подрасслабиться, типа. Саппорта можно выпить вообще, да. На саппорта, если есть, пейте. Вот так у нас ауры. Этот. Верни огонь с прота, убери на огонь. Вот, огонь у тебя должен быть. На перебежке мастера на огонь. У меня массакра, у тебя массакра. Ты свою на свое усмотрение. Давай, все, давайте, проверка. И спамишь свет небес прям со всех сил. Давайте на счет 3 буду пулять. 1, 2, 3. Во имя темного повелителя. Во имя короля Лича. Так, что-то часто срываете, стопани нахуй дамаг, постой, покури, блядь. Слышишь? Пар. Сальву тебе ебанул, конечно. Протопал у вас нахуй, а не ДК 4-4, конечно. Бьем так же, я убегаю, меня прохили. Так, маг, я тебе каплю не достаю до тебя нахуй. Не, ну меня на слушай даже далеко ушел. Надо было глыбу. Не, глыба у меня еще КД с прошлого раза. Давай, дай этот БР. Самый эрдрушник. БР помогу. Сразу эту сфера вроде должна остаться. Этот плеер, ебани помогу. Далеко, видимо, стоит. Вар заебал нахуй. Стоп, не дома. Минус шаман. Да падайте, не трать, блин. Я сейчас по-другому сделал, на такую хуйню я возьму черную мину. Блять, стволку заюзал, нахуй. Да, по-хорошему тебе надо ловить не здесь, а между, чтобы ты к черной ближе был. Не, я успею даже во время коста, не переживай. Я просто думал про хиля же, и поэтому не стал брать. Да хули там кто прохилит, нахуй? Кто хилит, блядь? Ну, блядь, хуй знает. Да, может, ДК скиллы перебьет? А я что? Ну шо, блядь, шо по агро держать? У меня с агро все нормально. А, ну ладно, понял, блядь. Все, заходим. Я раскол юзал и всю хуйню, блядь. Так, моя не срывалась, это паладин танчит ваш. Да, у меня вар забирал. Ебать. Эрдру, тут и будет такой урон, блядь, на самом начале, я тебе говорю, это все. Слава, а почему ты нашу танчишь, это... ебать? Как я не знаю, я вначале сказал, может таргетами свичнемся, а он сказал, что нет. Ну, одна хуй сына будет забираться, что я пойду тут танчить, будет меня... Да, там потом все нормализуется, пусть, блядь, ДК танчит. Ну, похуй, давай. А есть жив у кого-то? Жив есть у кого-то? Починка недалеко. Сука, один шарт остался, я ебал. Что-то не летает. Ох, воет ведет нас к победе, пацаны, шо, блядь. Конечно, блядь. А где я нахуй? Что, поменялись, таргет? Да, сейчас поменяемся. Так, хулипалу надо крест ебануть, а то сядет по мане, блядь. Я, конечно, тебя не осматривал, но интересно, посмотри, что это там где-то. Кого? Хулипалу. Ну, еще раз, и надо будет починиться, короче. Наслетай, ну ладно, уже потом. Здесь ебать. Есть ко всем характеристикам, нахуй. Ноги нет. Без чарки, тапки в смысле. Хпал, тебе нужно, короче, сова, да, блядь. Купи сову, блядь, и поставь все два камня туда в скорость, блядь. Ой, блядь. Может, я, блядь, мистерство не пробил. Вроде было. Так, ладно, теперь я танчу вот этот вальку, а ты вот эту вальку.
Проверка. Ебать его. Давайте на счет 3 пуляем. Раз. Все 2, встали в метку, блядь. 3. 4. 7, блядь. Шо нахуй? Далековато отвел от миликов. ДКшник, видишь? Какой убьем? Вот этот. ДКшник, видишь, ты далековато от ромбика отвел. Там милики должны стоять. Ты далековато отвел Вальку. Они достают хоть? Не видишь сюда, потому что его вот так завелись. Ты скиллованный стал теперь, блядь. ДКшник. Еще волю мертвых качать, и все, пиздец. Да, ему не надо, он же сказал, ты ебал. Кстати, да, заебись, это Вальки. Она для лохов. Да, он для лохов, блядь, только его ложат, как хуй знает чё, блядь. Нет, дамаг пришёл по вам, блядь. Давайте, хильте. Менять надо. Белый звал, берите менять. И дамажьте треугольник. Так, белый теперь, чёрный теперь ловим. Да, 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 он же чёрный. Ну чё, с... нихуя, да? Нихуя. Перебегаем. Сокрус дал. Бьем треугольник. Что, смысл перебегать? Она кастанула, что? Что кастанула? Вы под белым стоите. Хило, холи пала, полманы нет уже. Вы под белым стоите. То, что полманы нет, это, конечно, хуёво. Черные сферы только вред не пускаем. Как пизду, блять, убила. Черный, меня... бейте, бейте квадрат. Че, встаю? А был этот СС? Мне БР дал, блядь. А, ну маг, вставай. Ой, маг друид, блядь, сразу. Сбил, сбил, сука, сбей. Че, сбили? Да. Короче, еще раз, ложитесь нахуй. Да, я давай, ляжем. Какой-то ДПСа нету. Маг бегает, ловит, нихуя не ДПСит. Короче, надо мне ловить. Танку одному танчить нахуй, а тебе спокойно ДПС. Не, было бы такое, а не все свечи. Был бы не хотя бы один. Да, пизду этот на пул, блять. Он наберет за 15 секунд, нахуй, агро, блять. Вы просто не должны с пула бить, нахуй. Рассказывайте мне сказки про напул, блять. Все это танчится без напула. Просто надо дать время на агро. Танку, блять. Короче. Ты не дамажишь, ловишь сферу и 5к даешь, видишь? Я тебя передамажил, блядь, 400 тысяч нанес, а ты 300, блядь. Тебе надо ДПСить хотя бы, чтобы щиток нет. Пробивался, я буду бегать ловить. Не, ну я понимаю, но видишь, я когда могу побить, я бью, а когда им надо ловить сферу, когда летит по 2, по 3 сферы в рейд, я их иду ловить. Короче, ты стоишь и бьешь просто, нихуя не ловишь. Хорошо, да. Все, этот ловить. Самый ДКшник, ты танчишь один этих двух валик. Пула не бейте лучше. Бить начинайте там попозже, ближе к косту. Если будет щиток, вы сможете там задпсить. Потому идите, что починитесь. Потому что не сбивать щиток, нахуй, это пиздец. Слайк. Короче, у меня через 30 минут РТ. Угу. Ну, надо как-то это, нахуй. Ну заходи, ёбаный в рот. С Дальнего Востока, что ли? Ну, у них. Не, я Сибирь. Подожди, бля, шо нахуй забагалось, блядь, секунду. И это, короче, если я туда не попадаю сегодня, нахуй, то что там второй статик идет. Первый у нас четверг. Можно идти ко мне. Можно будет еще десяточку пойти. Ну, в любом случае можно. Да мы там полчаса, блядь, закроем и ВК 10-50-50, нахуй, шо, блядь. А, у вас будет десяточка или что? Ну, конечно, блядь. Слава, релогнуться надо конкретно. Дайте мне приса, баф и лап. Давай, релогнусь. Альт F4 прям тыкаю, нахуй. Да, потом соберем. Если я не попаду, в любом случае соберем. Типа, ну, у меня есть кем пойти, похуй. Сова у тебя, и кто еще? Сова? Ну, магом не пойду, магом в понедельник я иду. Сова, у меня, в принципе, ДК есть, нахуй, я там все соло затанчу. Ну, у меня тоже ДК есть, я в соло всю хуйню танчу. Так, сейчас. Так, ну ты, ДКшник, начинай с черной. Так как вы все играете по этой вальке. Все, блядь. И посматривай. Да ты заебала, нахуй. Посматривай тоже. С
сколько у него там агро. Если что, готовься стаунтить. Не бейте с пула вар там, нахуй. Лок там, смотри, маг тоже агро не набирайте дохуя. Все, давайте проверку. Черную все. Да нихуя я не готов, блядь. Секундочку. Этот, я-то как под белой бегаю, я могу не сориентироваться. Этот маг, если что, скажешь, когда рейду надо менять. Блять, Вар, я ж тебе сказал, где починиться. Лети со мной. Ты стоял, что-то зашел обратно. Тоже красный весь? Там возле миникарты есть такой кругляшок на миникарте. Пускай со мной слетает, я вам покажу. Пошли, Вар. Нажми там на будущее тебе. Есть такой кругляшок. Там есть ремонт, нахуй. Выбери поиск. У тебя на миникарте красные, это, желтые точки отобразится, блядь, где починка. Вар, ты... Вот, сзади тебя я. Вот, сзади тебя, вот он я. Маг, видишь? Я готов, нахуй. Да, тут вон Вар не готов. Видишь? Сейчас, починиться. Жизнь сломала, ой. Жизнь сломала, да. И вот тут починка, блядь. Вот. Бать. Есть над чем поработать, арчес, Вар, блядь, с агрос, с выпрыгиванием, с зеленых луж, блядь. А чё, никто темную не хочет брать, да, похуй, без этой будем, да, ебашить. Приз там, чё, проблема? Темную берите весь рейд. С белой только я бегаю. Вот сферы, блядь. Да я тебе говорю, и в ХД-10 это легкая хуйня, блядь. А ты чё, забагался, что ли, как-то, или шо, блядь? Кто забагался? Нет, что? Просто он ШП. А не да. Видно, ты да? Ты баф на нём посмотри, баф-то есть. Нихуя себе, понял, вот извини. Вот, блядь. Шаман готов? Не, не извини, извинись. Шаман. Шаман. Mm-hmm. Шаман готов. Все, на счет 3 ДКшник пуляет. Не бейте никто, нахуй. Сдохните, сука, пиздец. Это будет понятно, что вы дурочки, блядь. На счет 3 ДКшник. Раз, два, три, пуляй. Скажешь, как можно бить, да и все. Да, ДКшник может вам сказать. ДКшник, иди пуляй. Пуляй их тур. ПшКи, кровотвод, нахуй, селение, блядь. 10 ЛПшек, нахуй, все, блядь. Думаю, можно уже. Че, можно славу бить, или я еще АФК? Я пойти покурить могу, в принципе, шо. Да бейте, хули. Только потихоньку. Да, не бустите, нахуй, иначе пизда будет. Вот да. ДКшник сдох, нахуй. Как вы думаете, как он сдох, нахуй? Да хуй знает. Просто так думаешь? Сейчас вы щит хуй пробьете. Я в дестрика спекнулся. Я ебу, нахуй, просто, блядь. Вот ДКшник, вот ты мне напиши в чат, как ты сдох. ГМ пришел, тебя убил, точка килл, блядь. Бьем дальше, стоим в эту же цель. А, да. Светлую, блядь, возьмите нахуй, алло. Белая воронка, вы чё? Ложитесь. Хех, ну ладно. Я хуею, блядь. У меня вообще проанонсило, что, блядь, у меня этот же самый кастует, блядь. Понимаю. Хуйню, блядь. Ну ты кадр. У меня тоже хуйню всякую анонсит. ДКшник? Хули я тебя спрашиваю? Не могу понять, блядь. Валга? Погибель, атака ближнего боя. Вам надо не бить 30 секунд, нахуй, потому что у вас не работают мозги, блядь. Это про меня, блядь. ДКшник, блядь. Ты постой, покури, блядь. Вары, нахуй, лок, маг, постойте, покурите. Он наберет агро прилично, и будете потом бить. У нас Рэл сгорел уже, нахуй, ребят, шо вы доебались. Он уже нихуя не анонсит, если не заметил. Да хули не анонс, шо, ебать, я бегу, сферы ловлю. Заходи, ДКшник. Постой подольше, покури. Тут можно час стоять ждать. Тут ДКшник танк, ты не что ли, какой? Хули агро не набирает, на пула нету, нахуй. Если вы дадите это время. У меня все на пул, ебаный рот, слава. А вот я и говорю, если вы дадите время, мы сразу убьем. Если вы будете ебаные свои мозги, нахуй, не включать, нахуй, мы будем вайпаться до посинения здесь. Если вам это интересно, нахуй. Если вам интересно, продолжайте, нахуй. Там спек интересный просто, вот там. Чуть спек. Да хуйня полная. Гибрид, что ты хочешь? Какой, блядь, гибрид, нахуй. Ну, два бафа, если чё. А, да? Заходи. Ну, ладно.
Ебал такой гибрид, блядь. Ну, а чё б ты тут поменял, чтоб агро поменялось? Ну, давай. Волю мертвых качал, выше маялась. Ну, пока у тебя 4 Т4 нету, тебе ЛПшку апать надо хотя бы, блядь. Чтоб она у тебя критовала, нахуй, по КД. Так они у меня критуют, и шо? А, да, критуют, ну у ладно. У меня машина для убийств скачет. На два раза. Понял, ебать. Давай, ну давайте себе. Срывается не мой таргет, срывается второй. Это, ну, он будет мне срываться. И все, и что ты хочешь тогда? Ну. У тебя чё, только знаешь спек, проблема. Какой спек? Давай, скажи, какой спек. Я вот да зайду на X2, хватит, и покажу хватит, тебе спек. И хули там, когда ты X2 цель спек поменяет, рейд, ты вместе с рейдом меняешь, просто белый берешь и начинаешь ее бить. Да, X2 не показатель, брули. Ну, на X2 помойки играют, блядь, которые нихуя тактики низшего контента нахуй не знают. Блядь. Не, блядь, которые, блядь, в овергире не могут CLK нахуй закрыть гер, блядь. Ты мне за X2 что блядь пытаешься доказать? Че, ребаф дали, лок вышел? Хуйня полная, блядь, X2. Нет, рисобаф. Ну, я у тебя спросил, ты мне спек скажи, какой тут пойдет так, чтобы темно не срывалось. Да нет, в своем случае пойдет, машину для убийства надо на 4 скажи, качать. Я сейчас пойду сделаю. И все равно будет сейчас темное срываться. Она давай срываться пойдем будет тогда, когда вы будете все бить, блять. Если вы дадите я время танку, она не будет срываться. Блять, короче, все в пизду я 30 секунд не бью, нахуй, потом начинаю хуярить, и все равно сорву у него нахуй не темную, а светлую, блять. Ардру бафню. Да. Не сорвешь ты у меня светлую. Да, смотри, давай, хоть удачи. Блять, спек не сводит назад. Вот ты их с пула бей, ты у меня не сорвешь. Да, я да, 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 да. Все, все, ребята, пошли, и сорву, иди пуляй. Не сорвешь, ловко, не сорвешь. Ты только что да не срывал, когда Войт да танчил со мной. Так что не надо. Потому что я 20 секунд стоял, давай, пока, нахуй, давай, пуляй. И то набирал агро, блять. Надо бить, когда нужно щиток сбивать. А когда щиток сбивать и два тела мертвые, мы хуй когда убьем. Вы это сами должны да понимать. Смотри, я пока беса вызываю, нахуй. Ну давай, спам свет небес, хапал. Захиливай рейд, частица на танке, блядь, ебаш. Ласочку выпью, маслица намажу. Теперь я бью. Я думаю, можно уже бить, да. Уже 30% агра набрал, я ебан на ворот. Ой, уже 40. Не так дохуя еще. Ой, уже 50. Раскол юзай, блядь. Рано. Она ж только половина. Я стоит знаю, я знаю. Так, под темное, я так понимаю, да, стоите? Не ну, проебите да этот момент, на. О. Тут дамаг только по мне идет сейчас. А, я юзнул раскол, блядь. Окей. Дальше ебашим. Перебегать скоро надо. Здесь еще стоп не стоит. А, не надо, не надо. Вы стоите под черный, блядь. Ребята, блядь. Пятьдесят процентов агра опять. Че, АУЕ кончился? А нет, есть еще. После щитка обычно АУЕ кончается, когда щиток сбиваем. Способность секунда, смотрим, что будет. Светлую надо взять. Берите, сейчас воронка будет, всех пошотает. Дал массакру. Захиливаем. Захилили, охуенно. Переводи. Шаман просто не взял без светла. Ресы. Пизда мне нахуй. Это танк упал, кстати. Я вижу. Ну, блядь, хапал слабый нахуй, значит. Частица. Причем он вообще не хилил 7 секунд, типа. Причем тут слабый? Он 7 секунд не хилил. Бля, ну, давай сейчас зайду. Кое-что сделаю, друга найду, блять, хорошо. Ардру? Не, он тебя сейчас зайдет, КД повесит, блять, и сделает, что хочешь. Хочешь? Ты, а что ты хочешь? На кого зайти? Не, не я, у меня карифанчик есть, можешь зайти на 241-й ордру, блять. Вместо нашего? Холи пал сейчас или просто не хилил, и все. Или холи, есть холи приз у него, или ордру. Ты подожди. Столовка, он сейчас вообще уходит скоро, у него РТ будет скоро, поэтому смысл. Ну, я его просто перейду в ДИС, спрошу, возьмут меня, нет, и там уже это. Короче, пойду курну пока, ревзи, пока вы там решаете. Ну, я думаю, что меня, скорее всего, нахуй возьмут. Короче, ДКшник ушел.
Может, ДД какой-то есть? О, могу во втором окне зайти, блядь, 204-й совой. Она дамажит, кстати, 1007 тут даст. Неинтересно, да, ну ладно. Хули печально нахуй с такими хилами ходить. Так я не знаю, нахуй ты это, типа, блядь. Бери 235 плюс знания тактик в следующий раз. Нахуй эту хуйню, блядь. Я тогда водил, блядь, тупо 49-50 до ануба дошел. Ну, не знаю, я перед тем, как вот набирал бы, сначала посмотрел бы. Ну, ты взял Холли Пала, у которого все шмотки на МП5. Ты же сам играешь на Холли Пале и прекрасно понимаешь, что у него шмот на итем левел. Ну да, хуёвый шмот у него. Короче, Хэпал, ты хуёвый, блядь. Понял? Друг, мне кажется, да, может, хилит он и нормально, но тупит он. Тупит. Эрдру, мне кажется, даже получше. А чё у него джага нахилила? Хотя Эрдрушник тоже такой-то. 14. А, он даже джагу желтую не кидает, я его. Камни охуенные на 14 СПД, мне понравились. Прям, блядь. Смотри, у Эрдрушка камни какие. Тоже собранные, ну, считаю. Ты ж райт набирал. Ты ж райт набирал, мог осмотреть. Да я хули я их не смотрел, блядь. Слава, ну-ка глянь мои камни, парамойка тоже ебаная. Че, не хочешь даже смотреть? Ну и хуй на тебя. Да, джаги желтые нету. Нету, я тебе говорю. Короче, с такими хилами я хуй знает. На Ануби тоже ничего не светит. Ладно, хули. ГЦ, блядь. Заебись, сходили. Всем спасибо, блядь. Давайте, пацаны, увидимся на первом канале. Хули, блядь. Танк перебей себе спеку на. Блин, на М1, ладно. Оденьте, нахуй, 240, блядь, зачарьтесь. Фул камни, нахуй. Они 14 спадают. Думаю, мы не на.